кто хочет надеть его, давайте. Давайте не просто парлок, кто хочет надеть. Ну, понятно. Мало ли на замену одного, да, это мягко один нужен. Расмус нужны? Ну да, ему, по идее, на протика нормально. Скай берет. Он два спека одевает. Двумя спеками играет. Окей. Я просто не вижу паролу. Кто там паролу? Ну, паролу 38, как раз таки Расмуса выкинул. Расмуса, давай, нормально. Все, окей. Запускаю. Все, да, пошел запускать. Да, подожди. Рыбу поставьте, у нас люди падали. Невер, мне в танке бюджет. В танке будешь собирать этих девушек. Что будет? Просто. Да. Рыбу поставили. Так, а что мне телочек собирать и эти? Да, телочек будешь собирать, просто на себе держать. Угу. Фулл ребаф по рейду дайте. По шаманам инту. Так, уже кто-то нажал за меня. Ну ладно. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к зарождению! Вот он что. Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным! Что, фейп? Что ты говоришь? Я, может, сейчас по ФКшу. Ну, хотя бы чемпов пройти бы. Там душно. Так, готовьтесь. Можете уже припоты свои выпивать. На пулы подавато. Блядь. Я без пета бью. Ебан. Чё там фейп душит? Фейп душит. Я пока не могу прочитать это заклинание. Плоть от кости! Идеальный. Гарика поднимите по хп. Там Суза накручивает. По инферналам свечаемся сразу. Первый вылез, сыграли в него РДДшники. Ой. Не надо банить ничего здесь пока что, ребят. Да это просто каст сбивается. Да, второго сбейте каст. Станом, все, хорошо. Паладины, этот, вы дайте мастан. Все нормально. Вы умрете. Почему все... А, блядь, я понял, что у него слетает, блядь, не ту метку ставлю. Печенье убиваем. Инкарнес БР, идеальный. Иннер у него сразу зарядите, Гарик. По Корнесу Иннер. Неутомимо, прочитай на ману. Кару.
Фэй, подпиши, что там у тебя, или скажи в голос. Тебе нужно идти АФК или не надо? И насколько? Он там, блядь, дает 10-е место по ДПС, наверное, он уже ушел. Разбаньте. Первого вылетит, забань Кару. Второго забань Кубоб. Третьего забань Тенка. Доигрывайте по боссу. Гарик выбежал. Все. Молодцы. Ну, чертежи. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Че, никому не нужна левая рука? Это наша шляпная, не? Ну, относительно. Это меткость, блядь, как лид, кому нахуй сейчас всралась. Танковский спина. Танковский спина? Угу. На успех. Ну, давайте. Оба на успех. Ну, да. Пусть войду, Вайда посильнее. Турнир продолжается. Где, в какой-то пати будет? Увижу. Вайду на офспек, пожалуйста, организуйте там. На офспек 75 же, да? 75. Да, почему 75? Вдвоем. Ну, это офспек. Просто ничего не написано про офспек. Так они же, да сказал же, в успех в голос спалил. Да блин, ну где себе посмотрите, нет ничего про успех. Любой шмот по 50 гп. По 50? 150, любой шмот, неважно, успех, не успех. Я не уверен. Подожди-ка. Ладно, потом с Дон там поговорите, окей. Ну давай, ну зафиксируем момент, но типа, я помню, что по этот там резал пополам всю жизнь. Да, Вики не резалась еще у нас ни разу. Рецепт, который, ну у кого профа есть? Давайте. Что, все? Кузнечка одна на весь рейд? А, кузнечка, да, подожди, все, блядь, раз, просто правила читал. Невер. 87 Гачимучи. 87 горит. Гачимучи. Ну, я на пауэр кину. Да не, блядь, давайте. Ну, на своих, блин, персонажей, блядь. У меня на паладине тоже есть. У меня давай персонаж всего, не 20, как у Невера. Ну отдавай, кто второй пару. Отдавай. Да не, все. Погоди. Че это? Подожди, ладно, блядь, что-то я все заебался. Не душите, пожалуйста. Да. Трофеи, давайте. Кто наденет? Да, вот прям, ну, ну апгрейдинг шмоточку. Паролу, давайте. Исполин раз, исполин два, исполин три. Нет, да. Невер, блядь. Да что тебе нужно? Успокойся. А смотри, какой красивый. Не могу я сейчас смотреть, подожди. Все, ой, я там ролил под мобами. Так, это у нас ШП. Нихуя себе у Кару, блядь, пушка. Ой, там еще Маздина, блядь, Маздина звездой будет. Да, у него хороший. Завидуешь ему? Конечно. Этому Донту ступил. Мы в ВВК есть, когда ходили. Ебануться, блин. А, так. Ну, у него такие ботинки, что меня, блядь, тошнит. А, так, в Расмус Дуат с правой стороны идете от квадрата. Сейчас я крест уберу, чтобы не мешал с луной. Там отнимите 75 кп. Успех за половину сюда. Ах ты сукин пес, у Кара уже 4-4. Годлик, верни меч. Ну, давно уже 4-4. Ах ты сука. Ладно, все, хватит флудить. Так, а при чем тут Кару? Тебя дрыч заберет. Стопнули флуд, стопнули флуд, стопнули флуд. По целям. Тихо, Годлик, успокойся. Играем через череп. С правой стороны у нас заходит Расмус Дуа, там же Корнес. Далее, по меткам, первую, мы стоим вначале здесь на досках, а первый туда, в ту сторону побежит у нас Пирекс и, соответственно, грипает у нас черепочек. Играем сразу под Герой, она у нас уже откатилась. Далее, после этого мы играем в Лока, если к нам приходит Рога, мы свичимся в Рога, я, соответственно, это за анонш. По контролям к
квадрат у нас, давай, контролит Void. Луну у нас контролит Гарик. На костах у шаманов трусов сидит Кенроки. Я на Луне? Да. Все понял. Дерево у нас контролит Кару. Тут еще, блядь, из хиллов. На паладине, на костах сидит... Фейб, ну посидишь тогда на... тут, Фейб. Ладно, давай, Пирекс, тогда ты посидишь на печеньке, если она придет. Все, играем, как я сказал, через черепок, на готовность даю РЧ. Подожди, давайте сначала отнимите, а потом, если Дон скажет, что за фул на все спеки идет, то тогда добавляйте ГП. И скрин делайте. Ну, окей. Okay, или давай. Распыляйте шмотку. Давайте без хуйни. Ну, не идет за 100%. Ну, я не получится. Я тут спорить ничего не буду, поэтому да. Если идет такой... за 75, типа, если один человек рулил. Вообще, ну, пополам все дорезало. Если кому не нужно, то типа, да. Понимаете, ну, для этого надо сразу написать, чтобы не было такие проблемы, как с Дуатом. Ну, да, такая же самая хуйня была. Давайте, может, пройдем уже, потом шмотки по... Да, потом по шмоту, РЧ на готовность. Пирикс, не дезмораль. Бутер, что у тебя? Бутер. Все, все готовы. А, идите, пуляйте танки. А ко мне какого танка? Да любого милика на себя забираешь. Главное, вот вара, ДК грипни, иди. Понятненько. Мест. Играем, все, играем. Перерушки. Герус, давайте. Законтролите квадратик. Траплу додал. Блин, к нам все пришли. Сейчас вара заберу. Спрыгните, у них гера висит. Маз диспел есть? Дайте по ШП под контроль там. Не знаю. Больше урона в черепок. Че у нас долго так живет? Ну, да ты. Фиры раздайте. Я попробую уйти отсюда. Следующий вид бегает. Какой бьем? Он убьем. Гопа, крестик. Играем, чей крестик, лок играем. Зачем вы локов бьете? Потому что лок призывает бес, ну, пета. И ну, там дерево не в конце. Кубоб, что ты плюешься вообще? Не плюйте, да. Кубоб. А, это старый, извините. ГП. Там на ком луна? А, на мне луна. Луна забагалась, если что, наверху стоит, не бьет. Ну даже. Да, там и ШПшник. Да, просто выйдут. Ну я на месте просто, и он на мне сидит. Маздин, играем в звезду. Звезду играем. Шаман с листу. Тут типа, слышишь, Кубов, тут афлик разъебывает, да? Сказали, да. Тут прям пиздец. Давай, пошел. Косты, хули паладину кикайте, кто у нас там за... Зорки, сядь, пожалуйста, на холе паладина. Я смотрю, ты там расслабился уже. Да не напрягался. Все, он там убежал. Она побежала, блядь. Да, все, вернись, нормально. Не поняла угрозу. Нормально, я туда воина отвел, сразу легче жить стало. Потом мага сыграем. Сзади на костовый квадратик. Как бы мы сдохли уже. Да нет, слушай, если бы так было, единственное, мы что... Мы долго очень били первую. Звезду просто нужно было отвести раньше. Квадратик не поднимайте ветра, квадратик убиваем. Ебать, всех расстрелял, как на арене, блядь. После этого играем в... Давайте убьем ближайшего хила, чтобы меньше было проблем. А, или Пирекс, давай дерни эту тварь ШПшника сюда к нам после убийства. Грипай его сюда, потому что будет. А. По
после черепочка давайте играем Эршам, а потом Эрдру. Кто там бегает? А, это моя собака, я понял. Прям. Забанили. Ну видишь, блядь, придурок какой-то там, блядь, на четырех ногах. Ты думал, это Калют? Да. Я бы лучше, блядь, не разговаривал бы так громко. Калют, ты, 219 кстати, шаман. Играем в шамана. В шамана играем. В этого. Калюта играем. Просто... Да тихо, блядь, господи, Гудлик, тормози. Задушил. А, Корнес, кстати, а у тебя есть этот латный обвес? В ПВП, да, у тебя латы? Это для ЭВК вопрос в большей степени. Он, Рома не разговаривает. Обиделся? Да, бывает. Ну, босса спроси. Какое это сегодня альтер-эго? Не, с боссом говорить не надо. Бессмысленно. А, скажи, давайте сыграем через дерево. Давайте нет, сыграем нет. Через дерево. Ниже топ-5 люди не общаются, да? Нет, просто те, кто нету Влада или на арене, они с ними не общаются. Ты чё же вы грипали-то? Да не, слушай, Эдуард, не надо грипать паладина, он нам ничего здесь не делает, чуть подхиливает, похер. Лучше не фестиваль сюда, а то придет еще там товарищ за тобой. Слышишь, этот, блядь, зорки, мы для них как эти коты, блядь, которые по улице ходят, блядь, по дворам, блядь. Ты про дворовых котов давай не будешь? А что, Гудлик не обещает тебе взять? Травки ходят какие-то. Я люблю жрать жареные яйца. Черепочек поставил, присумонишь на вот этого тварь на центр. Страусины. Грипани его только сюда, пожалуйста, черепок. Грип. Да пошли уже, господи, пошли. А, бля, ну вы душные, блядь. Вот. Если вы так будете отыгрывать в ВК, вы точно будете вайпаться. Понятно, что здесь... Мы где-то босса не дойдем. Здесь просто нужно идти строго по всем этим контролям и всем этим вещам делать. Губоб, ты чё? Чё? С гузду съехал? Не, ну, не, можно, конечно, было бы... Можно было бы, конечно, попробовать через этот сыграть, через... прям полноценно, как ВВК, но... Если что, завтра. Ага. Такой хуйней позаниматься. Не, ну, я имею в виду, чтобы встали на доски. Ждать, пока придет первый этот таргет. Припоты ведь. Да, припот. Нет, с припотами дамаж там не... нормально. Дамаж нормально, это уже третий разговор. Главное, Т4 завтра выбиться, ты носишь меня. Зорки завтра плутают Т4, блядь. Ага. Как и, блядь, предыдущие два месяца. В смысле, Зорки, ты мой Т4 хочешь плутать? Завтра, да. А что, ты сегодня не пошел? Я рогой. Потому что Нейвер в приоре, типа, перед магами и локами. Да это в жопу, это я понял. Нужно просто фармить... Тканевый пояс. Давайте. Буду грозить. Нихуя себе, что... А, вот там один сотик. Блять, ну... Во, это ты на это мейн? Зорки, чуть ровненький. Кто у вас, кто мейн? Ну, у меня сова. Так, давайте получим. Войд. Войда мейн, сова? Да, они оба сова. Они оба... Кто, блядь? Оба. Кури 8-15. Кто-то пойдем. Ну, сейчас пойдем в капкан. Только вдвоем не пойдем, надо человек пойдем. Короче, по плану капкана, смотрите, мы сейчас... Кольцо, ловкость, хаст. Да, мы сейчас по плану закрываем ИК, дальше мы идем на Оню. Если там больше двух вайпов, ну, соответственно, после второго вайпа мы расходимся. Но в приоритете убить его с первого пула. А по ЕП, соответственно, у нас сколько идет? 1200 за фул проход, без Они. Слушай, ты что-то будешь еще надевать, я не понимаю? Все без Они.
По оне, что у нас по оне? 100 оне, 1100 без оне. Слушай, у тебя нечего одевать, ну, ладно. Получается дуат. Дуат тебе нужно, чтобы пойти апнуть шмотку? Что? Слушай, давай чуть позже, у тебя уже Т4 есть потом. Войд, если тебе прям очень сильно надо, я просто рути 226 просто не увидел. Да руки, это тоже красный, что ли? Разница в 10 СПД будет. Угу. Уже запустите. Это, снимите, пожалуйста. Запустили? Можно? Вернитесь назад, запустили. Потом ты перекинете свой ЕП. Ну, по тебе. Не, ХП. Да. Потом перекинем, сейчас босса добьем, будет перекур. Ну, да. Зорки, как тебе ножик? Все черную берем. Так, ловить. Давайте одну сферу буду ловить я. Так, давай как кто-нибудь из этих сов медведя спекнется половит. Войд, давай твоя. Телепорт ставь, брат. Войд, приведи, давай этот, превращайся в толстую штуку. Можешь совой ловить только в танковой шмоте, если кайф. Или там в савашмоте? Нет, стоп. Расмус, ты танчишь эту. Подожди, нет, Дуат, ты берешь черную, Расмус берет белую. Дуат танчит у нас черепок, а Расмус у нас танчит крестик. На пулы, соответственно, блять, пожалуйста, договаривай. На пулы даем по дуату, играем через череп, по смене таргетов. Кто у нас там взял? Гарик, пойди возьми себе цвет. Этот Кубоп, ты поанонсить можешь? Да. Просто я буду ловить, будет неудобно мне. Все, давайте тогда РЧ на пул, после босса перекур у нас будет. Окей. Слышишь, Невы? Давай, ты что, быстро. В ИВК дают ГП, если Локи телепортом не ставят? Все, погнали. Пуляй, Дуат. Иди, пуляй. Дайте поставить вначале. 3, 2, 1. Припотопим. Ну, слушай, забей. Ой, лагает, это как, нахер? О, нормально, чего. Они что-то сделали, короче, вообще вопрос. Держите агро, там Суза 30к выдает. 40? Суза сбросит? Я сейчас умру. Они сбросили на корову. Я скинул уже. Не, мага я никогда не догоню так. Ну, он сейчас спустится. А это ему еще не давалась эта хуйня, которая еще больше. Ну, это еще не под герой даже было. Это просто потому, что два таргета, ребят. Все. Сменили таргет. Да, взяли белую, бьем черную. Взяли белую, бьем черную. Быстрее. Каст сбить в конце. Угу. Давайте 3 секунды, перебегаем на другую сторону. Понял. Перебегаем. Или так. Смотри. Или так. Локи не перебегают. Локи, да. Они летают. Сейчас что-то как-то хуйней занимаюсь. Бля, да что так лагает, ёбаный? Может прилететь, а потом тебя кливом убьют. У меня было так. Да нет. Они же кливают, и может быть просто кливают. Да не кливают, не на ёбаный. Играем. Взяли черную, бьем белую, взяли черную, бьем белую, взяли черную, бьем белую. Я в Африке сейчас. Пошел у меня цвет. Ох ты ж. Опа, осуждаю. Так, ну вы хоть предупреждаете, что вы бежать собираетесь? Прибегаем. Прибежали все, ребят. Прибегаем. Не делайте так, Дуат. У нас вот так рейд бегает. Ну, логично, если взяли темную сферу, то мы перебежим на другую. Ну, не надо, не так. Ты успокойся. Хорошо. По команде перебегай, все. Понял. Темную воронку взяли, блядь. Стоим с черной, продолжаем бить белую. Стоим с черной, продолжаем бить белую. Я успею выжить.
Ничего, касты сбили, что так? Она ультовала, какой каст? Ой, фу, да я что-то затроил уже, блядь. Ой, Карел, чё шо? Ну, блядь, я тут... У меня слайд-шоу плюс ловление сфер на ханте, это у больно. У меня ближний бой на 70к. Тише, гудлик. Не кричи. С управлением не справился. Так, добьем, никого бэрить не надо. Ну, вот он стал. Петлой взяли баланс. Все белую, взяли все белую, взяли все белую. Ебать, сейчас на Оню Афликом пойду. О, это будет не было. Только ротацию. Добиваем здесь. Слышишь? Рига. А, это потом. Все, все, все. Молодцы. Что там? Упал? Нет, не упал. Хиловский, лад, а нет, такой Хиловский, господи, смотри, имба какая упала, пацаны. Блять, и шо. Хотя, ну, он с этого, по-моему, ну, нормально. Нужен ноги... кого-то, ребят? На офспек рольте, давайте уже. Но не забываем, что на штанах очень много мастерства. Прига где? Приги нет. Так, давайте, нужно? Смотрите, о, сейчас разрол в 21.37, все давайте, уже будут... на что? Вот. Вов, а что это? Кубов, разрулите, запустишь? Да, 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 да. По майну ты берешь это? Здесь были. Окей. И че, ему сейчас тоже 75 не читаете? Нет, он не хочет их брать. Медальон. Шея. Танковская. В принципе... Да. На офис что? Гачимучи, дайте, пожалуйста, ГП. Гачимучи? Почему гачимучи? Ну просто прикольно. А Лукашенко это не прикольно, да? Я понял. Зачем? Этому что? Почему? А все. Гарри Купол. Ой, вы опять на фул даете. Ребят, ну соберите, да, как там кто? Кожаный пояс. Да, хороший такой. Эрдрушный. Приятный. Шаманизм. А, что-то я вообще понял. Еще 75 от меня какой-то. Да ты не тому минус дал. Подожди, что происходит? Не, все правильно. Я у него забрал пояс. Ну, мне уступил Войд. За пояс ему сняли. За пояс ему 150 дали, да, а сняли еще 75. Раз, еще раз 75. Повторно я дал сейчас шею на танка Гарику нашему. Плюс 75 еще Гарику дайте. Сейчас. Минус 75 Войду. Плюс... Да-да-да, сейчас 75 дам. Все плохо. Так. Еще ему прибавили. Гарику. Почему еще добавил? Блять, минус 150 Гарику. Так почему минус 150 же? Потому что на офспек он взял на танка. Пожалуйста, сделай. Не-не-не, ну, все нет, правильно. За пояс я ему давал. Войд передал ему пояс. Я снял он с Войда. Да. Все, а, все, кстати, хорошо. Еще 75 с Войда, да, снять там. Все, да, да. С Войда снимай 75, да. Угу. И кожаный пояс, все правильно. Да. Не, он, да, все. То есть я музу даю Гая, да, все. Этот трофей. Кто там одевать будет, ролить? Ну, он Расмус. Расмус 98. Точно оденешь? Давай, я верю в тебя. Ну, конечно, у меня он 26-й, 22-й. Все, 26-й. Пахнет чем-нибудь синим. Не, ну он, у него же два спека, он, по сути, играет на них, поэтому нормально. Договорись с этим, как с Расмусом там по... Все, 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 золото. Ну, запустить, да, Леон, запустили босса, да? Запускаю, запускаю. Три минуты перерыв. Кубо, может быстро перекурить? Сейчас минута 40 будет тут эта вся хуйня длиться, и все. Я бы не думал, что вы так долго будете это вот разруливать. Да там что-то напуталось.
Дух нет. Да, так, у меня еще пиздачка. Спина, духхаст есть, щит хуёвый, кольчужные эти. Ну из этого всего здесь пояс. А, штаны зорки. ДДшные хорошие, вот и все. Зорки. Ну. Что красивее, вот это или... Нихуя себе, руководство по ускорению... Вот этот красненький пизже. А, ты повышаешь просто 10. А ты знаешь, что можешь выбить этот огненный чар? Он вроде... Кого? Этот... Сейчас тебе. Ну, косарей 40 был. А вот этот меч, который у тебя, это что? Слышите, кстати, ретрики, а вы посмотрите, вам реально вот эти ноги не нужны? Вы прям 100% уверены, это прям хорошие ноги. Зорки линкани. У меня с этого есть, с утюга. Там же написано. Бля, а чё, кинжал не выпал, получается? Ну все, комбат получается. Слышишь, Зорки? Рунес хочет, чтобы я такое делал. По-моему, Харин. Она... Подожди. Корнес, слабо светится. Корнес, у меня вопрос. Ты тут? Да, тут. Что это, такое? У тебя лат, ну, у тебя ткань, да, на тебе надета частично? Кольчуга, ткань, кожа. Но у тебя ПВПшный, да, еще латы есть? Да, есть. ВВК с собой нужно будет их брать. Ну, потому что да, они у меня, да, они у меня в сумке постоянно. Все, тогда ок. Что, ну, скорее всего, на этом КД, если мы сейчас еще завтра оденем... Нам бы еще дойти до третьего босса. Да ну, слушай, типа, уже сейчас ДПС поднялся неплохо. То, тем более, те же самые черви там, скорее всего, сводить будем, и Суза будет еще закрутить. Да. Давайте этот РЧ на готовность. Кто на присутствие? Кто здесь, кто не здесь? Да, череп. Я тут. Так этот босс уже на боссе можно начало. Дисконнект, да. Дисконнект. Сука. Как раз АФК 5 минут. Бля, да я вам давал уже там, мы так уже 5 минут перекурили. Там ребята, если у кого-то шмот пропадет, у меня видео есть. Там все должны вернуть на форум, скините. Слушай, ну кстати, по поводу этого офспек. Ну, я посмотрю, я не знаю, почему это правило не дописано, но всю жизнь у нас офспек уходил за полцены. А если никому шмотка не нужна, и это опять же, это было там в том же самом ульдаре, когда-то не топ-шмот. Ну, это, короче, нужно говорить, смотреть, потому что я говорю, сейчас лишнего наговорю, потом вообще будете мои слова где-то использовать. Я все записываю, бля. Блядь. Тут вообще видео есть, блядь, так что все, блядь. Эвера, что ты там про Лукашенко говорил еще раз? Я про Лукашенко ничего не говорил. А, не что он плохо. Батька наша усы. Да, Путин и Зорки, его, ты записал? Да. Так Зорки не белорус, что ты его этот, агитируешь, свою команду? Потому что Путин наш друг. Был бы он еще нашим. Путин топ. Кубов, что скажешь за Путина? Чуть тишина. Что да, если ФСБшник для всех записывает. Путин канал обрубил. Да, все пиздец. Сразу кто подсоединяется, бля. Так у нас Дайси этот, типа, с Путиным на ты общается. Ну скажи в Дискорде там, Путин дома взорвать, и пиздец. Спалил, подключил. Все нормально. Около ларька Зеленского видел. Все нормально, как и планировали, 2 часа, сейчас за 2 часа все закрою, все хорошо. Главное, не переживаем. У меня, короче, сейчас, пока мы пулили, по руке бегал паук. Вы понимаете? Как неудобно. Очень интересно, блядь. Все. Я просто душу историями интересными. Расскажите лучше ротацию на Африку.
1, 2, 3, 4. Потому что 7 я порчу, туда-сюда победил. Ну заебись вы, рассказывай тебе. 1, 2, 3, 4, 4. Да ты тут просто доту на нем поддерживаешь, 7 я порчу обновляешь. Зайди, там гайд, гайд от Кощея есть, бля, почитай на форуме. Вот, что там бессмертного или... Что там? Про Африку. Ротейшн. Поясни за, за Африка, Кубок. Чего? За Африка поясни. Что ему надо? Ротация. Символы ротации. Ротейшн. Ну, ты, конечно, да. Молодец. Что там по ротации? Да, ты все... постоянно да не надо, я уже ногаю. Все, пошел. Потом расскажу. Еще я читаю, там он, типа, вроде на X2, он тут вылупал. Там гайды, смотри. Какой Кощей? Там Кощей есть, от него гайдик, почитай. Но там, возможно, от него только на Т5. Кощей бессмертный. Не, на Т4 был, я помню, читал. Года 4 назад. Так у нас дрыщ топ-лок, нет? Гайд лок от Кощей. Дрыщ на X2 был, ШП. А. Дрыщ, нахрен ты лока сождал? А, дрыщ не с нами. А тут нету гайда. Там было бы точно. Ты на Сирусе смотришь на форуме? Ну тут. Да, тут есть только на X2. На X2. Ну какая разница тебе, блядь, X2 или X1? Так там на Т5 гайд. Пизду, Гудрик, иди ты нахуй, ты уже там съебал, блядь. Понабирали по объявлению. Блядь, тупорыло, у меня уже, блядь, честно, гореть начинает, блядь. Ну есть там Гудрик, ну все читали, блядь. Ну что ты, Саша, ну не тормози, блядь. Чего на Гудрик это будет? Зорки, пятихатка. Сколько будет 2 плюс 2? Миллион. Зорки пёрнул огнём. Полоска загрузилась и это... Это уже невозможно, блядь, терпеть. А, всё, запустили. А тут Ануба нету, короче. Приём. 1, 2, 3. Заходит? А, Ануба нету, надо сверху его запускать, походу. Охуенно, блядь, а как, блядь, его запустишь? Вот они в луже. Это же нормально, я сверху стою. Ну я тут снизу стою. Ну давай, призывай, я вообще пизды дам, блядь. Неплохо. Слышишь, мой, ты дюкнул сервер. Еще два нуба будет, блядь. Что дюкнул? Сервер. Минута на 3 откатило где-то. Давайте, топ-игроки, заходите быстрее. У меня зависло, похоже, на загрузки списка персонажа. Ну, нажми отмена, еще раз нажми Enter, и все нормально пойдет. Только пинг 3К. Ну, оно да, бывает, когда там только сервер запускается, но тормозит сильно. Запустили вроде как. Не, ну запускает, ну так, с перебоями, нормально. Не, мы про босса, про босса. Ну да. Будет тебе такое испытание. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Что ты там ЕПГП рассматриваешь? С рейдовый. Что там у вас? Смотрю. Это и сам... заходи. Опа, бой идет. Там бой идет. Да. Ну понятно. Какой бой идет? О, вы подпрыгнули. Мой. О, все, не идет. Твой тоже внизу подпрыгнул. Да, подпрыгнул. Включите лед кто-нибудь. Блять, Кудлик. Душить, здоровье вредить. Так, кстати, у нас там Гарик зашел. Зашел, зашел. Он только что Гудлика вспоминал. Все хорошо. Гарри Поттер? Ну, у него просто он написал, он потом телефон раздает, у него интернет отвалился. Ну, Гудлика и Гарика заебал. Гарик, покажи шрам на башке.
Че, поставьте скраф. Я окружу. Поставьте скраф и присумоните. Так, кто у нас полутал, кстати, эти токены в боте? Отмечайте сразу. Там есть кнопка, такой перечеркнутый человечек, AdSense, которая, она вас уберет из списка, чтобы мы, соответственно, видели. Ой, а где этот? Это в Magic Rule Inc. бот. А, Magic Rule. Моя хата с краю, нихуя не знаю. У кого есть 3004? Да. 3-4. Надо просто тыкнуть еще раз на ту же эмоцию, да? Ну нет, и вон, там есть в конце перечеркнутый человек, туда прям лепи, если ты полутал. А, Суза тоже нажми. Кто у нас еще? Локи. Литл тоже нажми. Я нихуя не лутал. А, ты подожди. А, и ты я не лутал. Гудлик, Гудлик должен нажать. Рыба есть. Абсенс, это типа... Невер. Да. Что? У нас еще один фурик 4-4. Да, я видел, написал до этого. Ставьте, пожалуйста, рыбу. Кто там у нас был? Специалист. Кулинарных дел мастер. Господин Шаманизу, спасибо вам большое. По центру стоит перед боссом рыба. Не пух. Метка, квадратик. Кару покушай. Пирекс покушай. Расмус. Покушай. Короче, все ешьте, чего вы стоите? Потом шардов насосете. Кому что, тебе сосать? Да все, Гудлик, пожалуйста, потом. Сейчас не для зорка, но травлю, тебе глаза выдавит. Агрессивно. Так, этот, все, давайте, РЧ на присутствие, на готовность, чего, кому не хватает, в белый чат написали, там, крестики, кулаки и так далее. Гудлик, чего не хватает? Все нормально. А что ты нет нажал тогда? Тенка. Судорога в руке. Так, все, все готовы, под жопу босса собирайтесь, кто милики. ДБМ пул будет на словах. Либо карась игра началась. Даешь слово? Да, давайте. На счет 2 пейте припот, и на счет 1 пуляйте. 5, 4, 5, 2, 4, 6, 8. Кубоп. Что не так? Что ты делаешь? Что, сбился, что ли? Погон. Я, конечно, сбился. Че так? Ну вот это ДБМ запустил, сказали бы, хотя бы что ДБМ есть. Да я проверил. Так, блять, у нас хоть Расмус танки, Расмус, собираем обувь. Давайте как в ИВК делать. Убирать? Нет, ну сводить. Стан, дай, ну, да. Мастан, Расмус. Дуа на себя забери одного и больше клива по мобам. Пошел разбивать вторую метку. Больше бам-бам, больше бам-бам, играйте. Ну, а то вам сейчас поднимите по хп. Ой, бать, на! Гудлик, сбросьтесь, Петро. Ёбак. Мобов раскол собрали? Раскол нажал. Что с игрой случилось, непонятно такое. Прикол в том, что я раскол нажал. Да, Гудлик, возьмем. Кто это сказал? Расмус, прожмись, больше по мобам сыграли. Мобов быстрее залили. О, мобов, ребят, да, добиваем. Жду в седых холмах по серпу. Сбоку разбиваю. Ну, быстрее, ребят, беги. Отходите, что, господи. Идеальный по Корнесу. Гарик подай. Дайте диван ему. Дайте диван быстрее, диван, череп. Да быстрее беги, ну шо ж ты стоишь-то так долго? Зайдите быстрее, зайди, блядь. Вайпайтесь. У меня есть СС. Да не надо вставать здесь, это шляпа полная. Прикила. Это какая-то залупа, походу, уже прям. Заходите в шипы быстрее, не бейте, не хильте, ничего не делайте. Шипы, это шипы, да?
Шипы зашли быстрее. Что случилось? Да за этого, затроили мне этот команд не было. А больше свитча по мобам делаете, у ДПС хватает с головой, поэтому не надо лишних телодвижений. Кто у нас там еще не умер? Все. Заходим в инсп, повторяем манипуляцию, только без таких вот нехороших действий. Все то же самое, только без вайпа. Давай я метки поставлю на свитч, на боб. Да, ставь, хорошо. Да я просто с кем-то ставил и снимался. Да, это я и был. Ну я понял. Давай, я понял. Чтобы не это, не перекликаться, давай ты будешь. Это из-за того, что лут не стоял. По-любому. Шаманизм, поставь также, пожалуйста, рыбку. А что вы бьете их постоянно? Да я не знаю. Кубов фестивалит. Кто там ДБМ пул запускает? Вой, ты? Или Кубов? Что, Кубок, запусти? Я запущен. А, ну или Кубок. А, запусти. Ой, кому чего не хватает в чат, пишите. Я вы, блядь. Блядь, ну что ничего это такое? Это... Что это делаете? Блядь. Забирай босса. Два, забирай босса. Сферу разбил он рядом. Тоже кнопка посреди экрана. Ебать, что это за хуйня? Бля, вы что делаете? Поставьте босса на лужу, а БР дай Гарику в Абдика. Мобы в рейде. Расмус, забирай на себя черепок. Распулил. Таун. Один закопался. В моба сыграть, фул. По кресту. Дальше на лужу забейте. Что это за лупа? Да вы, блядь, а кто, блядь, спулил? Ну вы чё, ребят, ну вы угораете, ну это, блядь, вообще просто фараж. Да все, блядь, наверное, это. По черепу сыграли быстрее. Гарик, подними. Стан раздали мобам. Бля, еще падаете. Ну ёб вашу мать. Стопайте, все, стоп отхил. Да, какой-то полнейший. А кто объяснит, вот эта кнопка готов, это от кого появилась? Это баг, по всей видимости, если долгий ДБМ пул, он готовность дает. Все, соберитесь, давай. Хватит, хуйни страдать. Литл, хватит хуйню, если вы что-то. Беги, малышка, беги! Все, давайте этот успокоились, все было хорошо, и я выдохнул. Сейчас начинаем играть серьезно, будут слаки, будем тогда ГП раздавать. Да, в душную игру. Насчет чего вообще написал, не пойму. Что там написали, что происходит? Успокоились все, ничего, никто не срется, кайф посраться, регайте 1x1 и башитесь нахуй до крови. И мне фотки присылаете в личку. Голые свои. А ты говорил, подходим, едим рыбу. Ну да, 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 Абди, ну это пул был очень плохой, и все испугались. Стало страшно. По мобам. А моб с меткой. Соответственно, сразу забираешь на себя Расмус обоих, разливаешь лужу. А... По мобам играем сразу.
чтобы они не выходили лишние. Когда выйдут вторые, мы играем по боссу, я сдам команду, и мы начинаем тупо играть, по-моему, вам через них кривать будете. Потому что ДПС у нас более чем с головой, мы его за две переходки спокойно убиваем. Так, давайте, РЧ на готовность. Кого чего не хватает? Чат? И Боб красава. Гарик, ты меня слышишь? Все, хорошо. Так, Дуат танчит босса. Офтанк у нас Расмус собирает мобов. Касательно лужи, сейчас я сразу разливаю. Ставишь на лужу, мобов туда же заводим. Все, по ДБМ пулу, соответственно, ничего не включайте, посчитаю голосом, на вторую секунду пьете, на FX2. По 100 грамм? Давайте. На второй. Давайте, 5, 100 грамм. 4, 3, 2, 1, пул. Моба заберите стрей, да? Через черепочек кливаем. Кубову поднимите. Гарик, подними Кубову. КД, понял. Войд, подними. Кубоба, твоя пати. Войд, 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 войд. Вставай. Поднял его. Кубов, что такое? Мобов. Свичаем. Через мобов играем. Кливы через мобов. Черепок играем. Блять, забери быстрее. Расмус, мастаун. Все. Блять, Расмус упал. Поднимайте. Кто у нас еще остался? Наглая рожа. Подними Расмуса. Угу. Так, Боб, дайте, пожалуйста, в черепок. В черепок, Боб, дайте. Идеальный. Кто у нас паладинов? Корнес, ты давай, Боб. Быстрее, Боб. Все, хорош. Все на другую сторону перетянулись. Кубоб на эту сторону. А в Кубоба... Куба, заходи в лужу. Не надо, не дрочи судьбу. Там что-то где-то нету. Расмуса рядом. Заходи. Блять, ну ты опасный парень. А Расмус, можешь Войда дать, Боб? Стоп, перекинулся метка. Могу. Заходи. Все, нормально. Подводи туда в лужу в ту. С мобами под босс зашли. Ребаф раздали кому? Кто у нас там падал? Дуат, истерию на себя не кидай. Ты что, прикалываешься? Черепок сыграли, с шаманизма забрали его. Расмус, прожмись. Поднять по хп, мастан, дай, Расмус. Мобы идут. В черепок играем, сейчас напуливаю в тебя его. Роги на пулы отдали тоже. Мобов перейдите залить. Пускай босс закапывается. Сферы все, в любые заходите, которые будут ближайшие. Этого всего хватит нам. В приоритете уйти на дальнюю не получается, заходите в ближнюю, похуй.
Кару, у тебя арго, я понял, что ты вылетел. Босса не лутайте только, пожалуйста. Очень сильно постарайтесь. Валк, заходи в лужу. Все, отводите сюда к этой луже, а он сейчас вылезет. Все. В ближайшую лужу ставь. Собрались под босса. Мобы вылезли. Расмус, на себя их собирай. Было бы неплохо хилов по фулману. Неутомимая, кастани сейчас гимноману. Все, Геру, давайте. Играем в босс быстрее. Мурсы свои отдали. Переводим. Забери. Красно, забери. Поднимите 2 ТП ХП. Добивайте моба, играем по боссу. Сальву по боссу дайте. Умрете. Сальву в апди. Наверное, все что плохо. Все, собирайтесь все под жопой, чтобы вам проще вас прохилить. Не, у босса просто ник такой странный. Зови его просто хозяин. Начальник. Вы чё? Гарик, дай идеальному винер. Не надо, не надо, не надо. Карнесу. Не надо? Карнесу. Ну, Карнесу много еще. Не утоми, видите? А что здесь ВВК на нубе на последней фазе? Мобу больше. И мобы выходят на последней фазе. Да. Эти маленькие есть, белые? Пауки? Нет, большие. Четыре штуки. Они как выходили, да, так и выходят. Только теперь еще и больше выходят. И всегда. Ну сейчас же нету никого. Ты это обычка, правда, потому что... Залутали. О, ну, так вот. Сказал, что... Скипетр, нахуя все. Мама? О, мама. Мама мия. Ну давай шаманизм, ебашь. Так, ну скипетр анролом получается. Ну, девять мотов. Девять мотов, охуеть, блядь. Так, у нас все равно... Подожди, а ну, 2.47, 2.95. Кто? Что? Вот в этот раз ты передамажил его. Ну, бам-бам. Сам понимаешь. Что за хуйня выскочила? С кем ты разговариваешь? Не так. ПМ, Зорки, ты чё? Подожди. Помолчи, пожалуйста. Шаманизм, да, и мастер лут. Ты неправильно делаешь немножко. У тебя, когда мастер лут выставляется, ты ЕПГП нажимаешь, ну, не разраливать по ЕПГП. Ты отдельно это делаешь. Ты сейчас просто шмотки не сможешь передать нормально. У нас может кто-то поставить в Терамор портал маги? Наверняка-то есть, они в шестинуть могут. Давайте маунт. Передай на кубов мастерам. Маунта был. Сейчас я забыл. Давайте, не флудите, пожалуйста. У кубов сам разрулится. Если отдадут мастер лут, я сделаю. Какая-то крыса, блядь, поставила, блядь, этот турель. Эй, а я на порт нажимал, и вылезла эта хрень, я на неё. Давайте этот скипетр ваш любимый. Ролимся. Еее, смотри, сейчас сотка будет. Так, я сотку сролил, я увидел. Там Исполин 97. Су за соточку. Ну скажите там, кто еще там. Суза, брат. Суза, брат. А 101 сролит? У меня просто приор стоит, так что скажите, кто. Ну, походу... Ну, Суза просто... сотка. Да. Там Суза, не все ролят. Отсосу. Заглот, там 101 годлик пошел в задницу. Этот, спина, меткость, крит.
Если ренегаты уже там есть, сумоньте нас, пожалуйста. На офспек нужна кому-то? Окей. Слушай, давай меняться. No rush spill. Этот топор, меткость, хаст, АП. А, кстати, он кончен, не надо, не... я забыл. Че, никому там... ничего не надо, кинроки, что ли? Кинроки не, надо. Не. Кинроки, добрый вечер. Это 250? Привет. Это... Думаю, у кого из них какой вообще? Ну вот ладно, там кинроки в любом случае, да. Видимо, ЕПГП. Вот офспек по ДК, так что в любом случае кинроки. ВП на наручке 250, да. А там Пирекс еще. Пирекс, подожди, кинроки у нас тоже пумба, да? Все правильно? Да, да. Пирексу не давайте ничего. Пирекс в АДК, зачем тебе это вообще? Слушай, кинроки полутал, да, ручку. Дальше. Кинроки, ГЦ. Ноги. Чтоб ты так на магию там. Че, бисовые ноги никому не нужны? Че, блядь. Да не, на самом деле говно. Какие задовские лучше. Здорово. А, кольчужный чест. Ну, тоже своеобразный. Хиловский. Литл. Но без хосты. Литл, ты в России, что ли? Это, подождите, секундочку. У нас кто-то из ренегатов полетел в дракона? Летел уже. Да я уже четвертую сумоню не... Да. Все, идеально. Never. Начисли ГП. Я все. На ОНИ вы сами сможете спокойно пойти. Тканевые, запад, хиловские. Кубок, ГП. Мне тканевые. Не стоят. Не стоят пояс. Откройте. Корнес, какой тебе ГП начислить? Ой, ну ЕП. Да, ГП, ЕП, вы же поняли, о чем. Ну кайф ГП там. Что, да пошли, что ты такой душный? Да не, у кого КЖФ-то есть, троллим. Мне отойти надо еще. Братик, ну отойдешь через 10 минут. Не, все. Да зачем он? Вы без меня спокойно закроете. Все понятно, ладно. Без волонтеров, есть понятно. КЖФ-ка? Вон у меня, может, глянуть. Кубоп, слышишь? Чё? Мне за пояс другой, я просто не могу понять, сколько мне там вообще начались, что-то вообще какая-то дичь типа. Да там все криво было. Посчитай общую сумму, у тебя должно быть 225. Я просто вижу там плюс 150, минус 75, плюс 150, плюс 150. Ебать, мне дура. 75 и минус 75. Просто не могу понять. Считай, тебе 225 должно начислить всего. Я просто вижу... Сейчас, секунду. Ну, ты посчитай, сейчас скажешь. Ты Тенка, этот. У тебя кожевка есть? Да, нет, да, нет, да, нет, а, давай. Да, есть. Все. У меня вон мы есть даже назад. Окей. Трофеи, давайте быстренько разумеем. Пойдем же, добьем вот это все. Кто сейчас возьмет, пойдет, потом апнет себе там-то 9. Там, о. Один секундомерчик. Войт, у тебя. Войт, у тебя есть? Это мягко заберет, походу. Там, договорись с неутомимой, может, этот... Что я бы не договорил. А что тебе надо? Вы улетели, да? Ну, да, отлично. Этот... Неутомимый, дашь обменку, Боба, сейчас просто на уни? Присумоньте, Кубоба, Войда... Кто у нас тут еще прыгает? Кубоба тут. Тенка. Ребят, при вас ставлю мобильный банк в последний слот. Или где, куда? А, мне нет, а где мобил? Без разницы, в любой кидаю. Сейчас я логнусь. Мобильный банк, Сбербанк? Never. Где-то. Блин, тебе нужно. Блин, Гудлик, иди сюда. Куда идти? Вперед. Беларусь. Че, как дела? Да. Ну, так Гудлик заебал всех настолько, что же материться начал. Че за хуйня с мобильным банком? У вас он тоже не криво? Короче, ладно, первый слот, видите? Пять этих. Да кидай, да господи, Гудли, фу, господи. Красиво, блядь, я не получил разрешение на это действие, ребята. Держу в курсе. Ну, потом перекинешь на Кубоба второго. И... Гудли, пожалуйста. Дай мне, я передам. О, шаманизм. Главный трансфер. На, держи. Ну, красиво уже сказали тебе 1000 раз. Ебать. Сумоньтесь, сейчас, вот так. Сейчас. Кто у нас там? Корнес исключаю туда, чтобы не мешал. Ну, то мимо. Да дали ЕП уже, все. Начинаешь. Фейп тоже ушел.
танки, не тяните время, трэш собирайте. Давайте, да, идите вперед, танки. Этот, по хилу. Шаманист, похилишь? Могу попробовать, но у меня ни хилбот, ничего нету. Он не нужен хилбот. Да, ну слушай, ну идеальный хэприз, ДЦ. Да по идее отхилят. Кто там по трофею был вторым по роллу? Посмотрите, пожалуйста. Шамана раскидай по пати. Да, я могу сейчас я на шамана, наверное, зайду. А вы сейчас долго проходите, да? Если мне надо, я могу на хэпал. Да, я уже устал, уже нихуя не хочу. Хэпал — хорошая идея, танка шпать хорошо. Ну, зорки, брат, что с тобой? Давай сейчас свичнемся потом тогда. Я хотел еще доту поиграть, но походу поиграть. Нахуй доту. Ёпта. А я че сижу жду там тебя? Ну, кубок еще будет. Не, ребят, я спать не завтра. Да, Дайси еще говорил будет. Кубок, ты, я. Не, все, ножик. У меня Гудлик уйдет. Слава богу. Ты что, доти? Слушай, оно получше ощущается с этим. Кстати, Гудлич, ты что там, надел Т4? Нет, мне сердоли никто не делал. Понятно. А у тебя реги есть сделаны? Да, мне надо 3 сердоли. Так, и давай. Реги, блядь. 2. Что тебе делать? Давай сделаем. У Гудлика 200 лежит в кармане. Ему просто не дает никто камни. Что, вы не всех собрали сразу? Бля, пацаны. У меня есть камни, нет. Все, это последнее желание, так добиваем, ничего страшного. Осуждаю. Ой, босс с нами, красава, босс. Кубок, ты умеешь делать СПД? Я умею на СПД делать. Гарри по обменке, да? СПКР? Да, СПКР 25-ки закрывают? Блядь, я в почте забыл камень, лукаш. Ой, блядь. Кубов. Я тебе там регов скинул, сделаешь мне масло? У них все никто нету, я смотрю. А ты на почту скинул? Да. Угу. А, что кто может ящик? Он нахэпало, да? Че, он мне нахэпало? Ну, а да, кто еще отвалился-то? Ну, у нас Корнес ушел и Фейб. Угу, так что, заходить, нет? А Дедбич? Да. Да, давай, Дедбич, пошли. Поставьте, кто почет. А вы дали ЕП пацанам? 1100 да, он давал. А за Аунио сколько дается? 100? А почему ливает так? У нас шаманизм кинет пример. Сейчас... Ну вообще, да, не очень красиво. Я не понимаю вот эту ситуацию сейчас. Часа, блядь, 22 тела закрывать. Там еще надо, дарик. Ну, минус 150 получится. Ну, его сотку не накинут. Чего вы пати не даете? Накинь я Дэдбичу дал. Ну, вот я ему дал сейчас. Докинь Гарику. Гарику ты сейчас тоже кидали. Он же всем кидал. Не, сотку, он на паладина пойдет. А, просто. Он... Да, сейчас. Я понял. А тут только же завтра я тогда зайду на эту, на свободу. Ну, да. Ну, хотя, наверное... У нас там будут более гибкие варианты, если что, лишь там шамана могу прыгнуть, еще что-нибудь. А кто завтра поведет? Я также. А кто прёр будет раздавать? Ну, шаманизм также. А что у тебя, Невер, это, нету прав и ПГП, что ли? Нету. Не оставили. Попроси у Сани, пусть сейчас, я же завтра на локе буду. Что тогда, всем каску раздать? А это, варп крикет на... Я каски раздам. Давай, раздам. Завтра второй рейд, да, будет. Суманить? Тихо. Кибоб. Что, 25-го не будет челика, да? Да, не будет. Давайте так. Так, шаманизм поставь, пожалуйста, еще раз рыбу. Уже тебя все заебали с этим, но... Все. Рыбу поставили. Возле печеньки. Кушайте. Кибоб. Невер, а кто? Они сюда танчат оттуда. Трэш. На Никси у нас танчит Дуат. Дуат, знаешь, как ее ставить? Все, хорошо. Вначале поставишь ее в квадратик, а потом поставишь ее вон туда далеко. Вот трусы. Блять, не дотягиваюсь.
откуда переставлю. Ну, в центр, грубо говоря. Где да, вот, вот туда, короче, в трусы, только чуть дальше, прям упор в стену. Вот, а, так, шаманов раскидали. Все нормально. Все нужно поучиться. Давайте, РЧ на готовность на пул, кому ч... Блядь, опять все сбилось. Кому чего не хватает, в чат, давайте потом пофлудите, тут немножко осталось. СС раздайте. Да, раздайте СС по хилам, Кару в неутомимую, Гудлик в шляпу, Кубов в идеального. Спасибо. Да, это мягко. Осуждаю. Блять. Литл. Кубов, кинь на меня СС. Да. Ну сейчас бурстану потом. Ну просто бурсти, тут как бы, ну, пока не трудно. Так, это на кого слышишь, надо? Этот, на порошочек. На порошочек. Гачи-гучи. Кубоп. Чё? А когда это ебаное похищение надо нажимать? Сейчас, пойдем. Когда у тебя... Гачи-гучи похищением вместо стрелы тьмы херачи. Да ладно. Зря сейчас Геру дали, ну ладно. На X2 так дает. Чтобы она пока бежала, убивали. Ну мы так и рано дали. Мы на X4. Неплохо. Мобов кто танчит? Расмус танчит? Да. Большого забирали себе два. Миники, я надеюсь, вы сами это подбираете, разберетесь. Посмотрим, сейчас дуат, блядь, 2-3-4, я что-то забыл про это хуйня. Там оба сами помирают. Идите, Миники, большого бейте. Ты вообще не слышишь, да, что здесь происходит? Я нет, не слышу, что происходит. Вешать? Я Гудлику говорю. А. Говорю, один раз семку кинул, потом огненный ливень. Ты нахуй гнил. Ну потому что у тебя не, ну, сбивается таймер порчи, она не успевает тикнуть. Ты бы больше урона у них сейчас. В мобов больше играйте, милик. Отбежали, милик. Разбежались. Понятно. Бэрик. Ой, подними. А, все, не надо. Еще дыхание. Беги, малыш! Разбежались слева вправо, по диагонали идет. Кто там стоит? Суза в глыбу еще прыгни. Он умеет, по-моему. О. Скилловый, блядь, повесь. Прям смотри по таймингу, да? Все, мод пускается, забирайте. Мод, какие там проценты? Мод сзади, заиграйте. Все РДДшники заиграли сзади моба. Танк иди ставь. Там хилы с ними. Звезда, блядь, хуёвый хотнул. Блин, меня фирм к ней подбежал. Ну, вот там, да, там без шансов было. Не надо поднимать, так будем добивать. Я такой, вижу звезду и фирм. Отдыхает, все нормально. Тотемы стоят. Тик не получается. Ну, кикает, но. Тише, не флудим. Меня Гудлик слышит вообще? Гудлик, не флуди, пожалуйста. Я молчал, блядь. Гудлик, ну попросили же. То, блядь, можете не флудить, пожалуйста? Чё, блядь, больные нахуй, что ли? Гудлик, успокойся уже. Проведаться. Пошёл. Блядь, Гудлик, я сейчас тебя реально замучу. Пусть полежит, отдохнет. Ну, вперед, вы выйди вперед, вниз, все нормально, так оставляй. Перешли все в правую сторону. Да, тебя слышно. Я понял. Шаманизма поднимите. Наглая рожа, подними шаманизма.
Шаманизм пятая пати. Пятая пати, шаманизм подними. У нас просто хилы бегают. Шаманизм, Валка, перекинь, пожалуйста, вместо себя в пятой группе. Угу. Ура, мы убиваем Аниксию. С первого утра, что ли? Да она не вайпит сейчас. Ура, умираем. Маунт упади. Дайте масс-рез. Да, дайте масс-рез. Давайте кубоп хотел, да? Ты хотел рез на всех? Не, не хотел, я релок делаю. Бля, Гудлик, ты что, не слышишь меня вообще? Ты что, блядь, в уши долбишься? Я не знаю. Он меня с Дискорда кикали. Да ты дурак, я тебя в группу, в отдельную канал перемещаю, с тобой перехожу в канал, блядь, ты молчишь, дебил. Так потому что я обратно заходил. Смотрите, это Beast Transmog, сразу говорю. Вот этот меч. Да, я хочу Какой идеально. Меч? Подожди. Я бы предлагал вам просто за него покупешься. Да это говно, да, рольте на Transmog все без гибели. За меч дуэлится. Кроме головы Никси. Все. Там это... Скажите там, кто победит, я потому что у меня прилог. Ждите, а, я дохлый валяюсь. В смысле? Ну, это как далеко. Босс, я резну. Покинул. Я резну, под я резну, у меня нож подожди. Что вперед? Фурику одноручь. О ЕП, блядь. Шаманизм, босс. Это без ЕП, все. На воина, на танка, нонсет голова. Дедбич, у тебя же танков спек, бери себе голову. Без ГП, ребят, это говно, все, мусор. Ну, как скажете. Кому там, а новом боссу да начислить еще? Да, да, да. Сбить, считай обменку, бабу. Уже начислить. Новый босс не в нашей гильдии. А, называй меня один из... В. Называй меня хозяин. Куда я выйду, блядь? Кому я отдал? Себе? А, не, это... Подожди, что за хуйня? Нет, Кару, зачем? Ты чё делаешь? Баран, блин, не успел. Ну, короче, это забери этот.